Воу-воу-воу-воу-воу, ты посмотри, кого я там увидел. Ну-ка, поехали, подъедем к нему, какой гигант. Офигеть, мощь какая. Здорово, Диник. Диник, как тебя звать? Блин, чего это у него? Мамочки, валим, нифига он рявкнул как. Чуть еще и тачку не скомячил, все, валим. Ну и динозаврики здесь, блин, ну хотя что я хотел? Охотник, блин. О, еще и в болоте увяз, точнее в речке. Пипец. Вот это мне прям фартит сегодня. Давай-ка, тачка, выбирайся. Ну же. Ну неужели я застрял, а? В баги, блин, еще и называется. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветище! Мы снова продолжаем играть в парк юрского периода, ведь мы его тогда с тобой не достроили, мы бросили наполовину, но я обещал, что мы обязательно все-таки сделаем его полноценным парком, поймаем всех динозавриков и построим все загоны. Итак, за 30 тысяч мы можем построить вот такой вот вольвер для рапторов. Ну давай его и построим. А, кстати, да, винтовочки, забыл винтовочки взять. Давай попробуем, о, это прям машинган какой-то. Вот этого давай попробуем взять. Так, это платно, понятно. А вот это бесплатно? Нет, это тоже платно. Придется взять самую дешманскую, с которой я охотился в прошлый раз. Вот такая вот. И обязательно дротики. Дротики берем. Есть два дротика. Ну все. Можно отправляться на охоту. Вон там вот у нас теперь вольер для рапторов. Пойдем глянем, насколько он крут. Ничего себе, он здоровый. О, так они еще будут и жить в запертом помещении, то есть это не совсем клетка. Это прям целая квартира для них. Ну ладно, значит им фартануло. А, подожди, вот смотри, тут на табличке написано «Велоцираптор». Давай-ка посмотрим, как он выглядит, чтобы не напутать ничего и не поймать какого-нибудь другого динозаврика. По-моему, он выглядит вот так вот, да? Велоцираптор, вот, да. Значит, нам нужно вот таких вот петушар найти, красных, блин, они реально как петухи выглядят. Огромные, гигантские. Так, где моя тачка? Моя навороченная крутая тачка, баги. Ну что, баги, настало твое время, поехали. Блин, почему праворульный? Я все налево хочу сесть. Так, выезжаем. А, ворота надо же открыть, я ж теперь крутой с воротами. Блин, а чё с это, с управлением сделали? Чё-то оно глючное какое-то стало. Очень жутко глючит. О, машина теперь полная отстой, она еще и сама ездит. Ты посмотри, стоп, подожди, куда поехала? Да ну нафиг, выруби газ. Ты посмотри, она в гору поехала. Кто ей управляет? Блин, стоп, сажусь. Машина домой уехала. Блин, он это прикол. Да стой, ты хорош, ты гоняй. Ой, я не могу. Призрак поселился в мою тачку. Все-таки придется сделать ресет. Давай, ресетаем тачку. Надеюсь, что... Воу, полегче, давай опускайся. Я знаю, что у тебя крутая пневмоподвеска, поэтому не понтуйся. Поехали искать этих красных петушар. Где они могут тут быть? Какой прекрасный рассвет. О, смотри-ка, это кто у нас? Кто это у нас такие? Ребят, здорово. Надо посмотреть. А, тихо, походу он на меня сейчас накинулся. Стопэ, надо выйти отсюда, он меня сейчас съест. Нафиг. А, как выйти? Да ну нафиг. Все. Фух. Не, я вроде бы жив. Смотри, как он агрится. Ёкарный. Ай, за жопу укусил. Он баги перевернул, смотри. Опасный динозавр. Вообще пипец. Лютый какой. О, смотри, там в это... В скале какая-то база есть. Нифига себе. Ну-ка, поехали туда. О, это будет вообще проблематично. Пипец просто, пипец, пипецкий. Ай, не, только не так. Колесо мое. Вот так вот, заехали наконец-то на эту горку. Воу, да это вертолетная площадка какая-то, я не знаю. Я что-то совсем как-то не туда заехал. Борщинул немножечко. Так, опачки, а вот и дверь, интересно, она откроется? Нифига она не откроется. Ага, это VIP-бункер. Ого, смотри, там бассейн есть, нифига себе. Это что ж там за мажорчики могут жить? Ну, я в их число не вхожу, поэтому я поехал дальше искать своих этих красных динозавриков. Ой, как мне, блин, фартануло-то, а. Так,
Машина, давай, выезжай, выбирайся отсюда. Ну все, это просто трындец. Придется делать ресет. Блин, я уже все объездил, уже по горам начал гонять. Не могу нифига найти. Где эти велоцирапторы? Так, что это? О, что это такое у нас тут? Ну-ка. Оу, самолет. Вон они, велоцирапторы, смотри, вон, спалил. Ай, блин, самолет крутой. И там велоцирапторы. Так, подожди, надо самолет посмотреть. Офигеть. Вот это жесть. Потерпел крушение тут. И заржавел. Так, поехали, вон они, велоцирапторы носят. Ай, удачненько я съехал. Надеюсь, они от меня не убегут. Подожди, они что, за мной побежали? Тихо. Эй, ребятки. Это я тут на вас охочусь, а не вы на меня. Так, велоцираптор, иди сюда. Барама! Воу, как ты орешь так громко, я чуть не оглох, нафиг. Так, забрали одного. Отлично. Один готов. Ну что, ребятки, я приехал снова. В этот раз я буду охотиться за вами прямо с машины, не выходя из нее. Хотя, мне кажется, это фиговая идея. Все-таки придется вылезти. Так, сейчас попробуем. Ну-кась. Воу, тихо. Он что, мне в багажник забрался? Бежал и исчез. Так, походу, это глупая идея охотиться на машине за ними. Блин, что, они все попрятались в кустах, что ли? Эй, чуваки, ну вылазите. Надо приманочку сюда притащить, кусок мяса. Ладно, я буду приманочкой. Пошли в кусты. Опа. И ну-ка иди сюда. Сюда иди. Что-то ты завис. Ты куда в кусты побежал? Стопэ. А ну стопэ, говорю. Сейчас тебе в пукан. Вот так вот. Есть попадание. Забираем тушку. Интересно, сколько мне туда в мой загончик вместится велоцирапторов? О, вон еще один. Еще один. Блин, опасных тут целых два. Не разорвали бы меня они. Давай еще одного возьмем. Сейчас. Вот так вот, как я метенько его подстрелил. Забираем. Ну все. Велоцирапторы, я приехал. Надеюсь, вас там целых три. Сколько я и поймал. О, три велоцираптора. Офигеть, по-моему, сюда вместится еще один, да? Сейчас посмотрим, сколько всего велоцирапторов помещается в этот вольер. Итак, смотрим. Велоцирапторов максимум 5. Сейчас нужно поймать еще парочку велоцирапторов. Поехали за ними. Блин, приехал, называется. Хотел эпичненько заснять, как я тут гоняю за ними. В яму въехал. О, выехал. Так, стопэ, велоцираптор. Вау. Тихо, не урчи. Тихо, вот. Да блин. Стопэ. О, сколько вас тут много. Тихо. Два дротика промахнулся, оба. Это просто лошапедство. Пипец. Да я на самом деле просто испугался, их тут три штуки, они все на меня накидываются, я рот очень страшный. Короче, поехал обратно домой. А, пипец. Эпичная поездка зафейлилась. Полностью. Нифига не вижу, что они спать ушли? Опа! Стопэ. Чё ты такой резкий, дерзкий? Подожди, куда побежал? Я с тобой еще не закончил. Да блинский, блин, вот еще и меня сожрали. О, боги! Ну все, они меня, короче, взбесили. Так, я сейчас что-нибудь прикуплю. Здесь у нас что, 60? А вот винтовочку возьму, что-то слишком дорого не хочу покупать. Беру винтовочку. Так, винтовочка есть. 3 заряда дротиков, отлично. Я готов, поехали мстить. Итак, дубль 3. Надеюсь, что сейчас все получится как надо. Ну, где же вы, ребятки? Выходим из машины, достаем ружье. И... Попаду. Готов? Готов? Ну все, наконец-то, сразу же двоих взял. Меня поздравляет. Вот как надо охотиться нафиг. Просто выходишь как приманка. На свою собственную шкуру ловишь и все. О, ну че, ребятки, сидите тут кукарекайте, да? Ну вот кукарекайте. Один, кстати, в запасе тут, смотри-ка. Вон стоит где. Видимо, что-то натворил, напакостил. Поэтому в одиночку засунули. Так, ладно. Вот он этот красавчик. Мне как раз одного такого не хватает у меня в загоне. Так.
папочки. Ну иди к папочке. Отлично, все, теперь у меня загон пол. Ой-ой-ой-ой-ой, стопай, тих, не урчи. Подругу твою урвал, да, походу? О, смотри, там в пещере вход какой-то есть. Пойдем-ка заглянем, что у нас там есть. Какие здесь туннели. О, могу собрать. Что это так? А, нет, не могу собрать. Нужна лаборатория, чтобы это собирать. У меня ее пока нету. Блин, какая здесь система туннелей. Куда это все? О, да тут просто лабиринт. Это пипец. О, куда это я, интересно, выйду? Ого, это же вулкан. А если я в него прыгну, я помру или нет? Смотри-ка, там еще и пещера есть. Походу, туда надо прыгать по-любому. Ну-ка, сейчас я вот спрыгнул. Так, теперь нужно это все как-то пройти. Так, на вулкан встаю. Встаю, хо-хо, прикинь, я могу ходить по вулкану, и мне ничего не будет. Да я бессмертный, вот только динозавры меня могут съесть. Так, что у нас здесь в этой пещере? В этой пещере у нас ничего нету. А зачем мы ее тогда сделали? Приманка, что ли, для туристов, как для меня? Ну ладно, я повелся, ладно. Все, надо выбираться отсюда. О, смотри, кто там ходит. Только отъехал от своей базы. Забрал патрончики, а там наверху огроменный динозавр. Ну уже давай, сейчас я туда сам залезу, да блин. Блин, главное, чтобы он оттуда не убежал. Он такой здоровый там. Это убежал. А, не вон он, смотри. О, вот это ящер. Мощь какая. Блин, ну его я, конечно, сейчас не буду ловить. О-о-о-о-о-о-о, тихо, дружище, я проваливаю отсюда. Все, не урчи, и ты меня тут сразу можешь схомячить. Один раз рот откроешь, и все, я уже у тебя в глотке буду. Целиком. Так, а мы приехали за вторым вот таким вот динозавриком. Сейчас мы его добудем. Иди сюда, красавчик. Опачки, с одной пульки. Готов. А в прошлый раз я две пульки выпустил, но да ладно. Так, ты не будешь на меня шурчать, да? А, тихо. Больно, очень больно ударил. Между прочим. Все, я валю отсюда. Какие злые, травоядные динозавры. А вот и наши палакантусы. Так, ребятки, я вас как раз ищу. А ну-ка, идите сюда. Хопочки. Есть один. И второй тут тоже где-то рядышком бродил. Где-то я его видел. Эй, а вот он ты. Готов. Ну что, ребятки, вот вас и доставили. Надеюсь, вам здесь понравится. Это у нас палакантусы, а это спиногрызы, короче. Спинозаврусы. Во, спиногрызы буду их звать. Хе. Ну-ка. О, смотрите, как я могу выбираться из парка. Хопа, точнее, из загона. Просто на динозавра запрыгнул и перепрыгнул через забор. Так, вон он, этот красавчик. Я там наблюдаю конкурента. Там у него кто-то стоит. Не могу понять, кто. Это человек. Эй, тихо, отойди от моего хатазыгаптрикс. Сейчас я его заберу с собой. Будет у меня жить. О, да тебя изрядно покусали, дружище. Так, красавчик, иди ко мне. Вот так вот, забираем его. Здорово. Где этот красавчик? Пойдем, зайдем к нему в загон. Вон он, смотри, сидит. Пойдем-ка в гости к нему зайдем. Здорово, как тут у тебя дела? Блин, как же круто. Воу, я в загоне с хатазигоптриксом. Ла-ла-ла-ла-ба-да. О, можно на тебя покататься? Конечно можно, ты же у меня в зоопарке. В общем, на этом, я думаю, пора закругляться. Итак, сегодня мы сделали очень многое. Поймали прилично динозавриков. Если тебе понравился этот плей, стой с тебя лайкосик. Пиши комментарий под этим видео. И не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписан. Еще раз спасибо за просмотр. Всем удачки. Пока. До нового видосика.